Дорогие друзья, всем привет! Решил для вас записать видео процесс упаковки, как он происходит, потому что был запрос в Telegram, да, вы меня спрашивали, интересно, как упаковывать, отправлять посылки со стеклом, и не только, потому что, да, проходят мои посылки достаточно большой путь, в основном, да, у меня отправки это Штаты и Европа, ну, в основном даже Америка, там, процентов, ну, 80-70, наверное, немного Европы, раньше была Австралия, сейчас проблемы с отправкой в Австралию, точнее, это сделать невозможно из России, только если там кому-то отправить, потом этот человек отправляет в Австралию. Я так тоже делала. Что касается стекла, скажу сразу, что это, ну, практически 95% это не работает, как бы вы ни упаковывали, даже если вы берете дорогую отправку, вот как вы знаете, да, что есть Почта России, и у нее есть разные тарифы, в том числе ЕМС отправление курьерское, то есть это курьерская служба, где человек должен вот так вот из рук в руки, ну, не один и тот же, посредством, да, нескольких людей, когда посылочку приносят домой, и вроде бы все безопасно, но нет, это не работает. У меня была такая посылка в Канаду, в итоге даже к самой женщине ее не доставили, ну там по каким-то другим причинам, в итоге мне это вернулось в раме со стеклом, я сюда прикреплю саму картину, которая разбилась и пришла мне с битым стеклом уже, я потом открываю сама и слышу, как вот все это звенит, и где-то фотография у меня тоже была, я кому-то из друзей, по-моему, отправляла, это было прям то еще зрелище. Картина не пострадала, и я, по-моему, кстати, отправила еще раз со стеклом, и оно отправилось нормально, но это было достаточно давно. А сейчас я это не делаю, и когда просили оформить, когда просили сделать багет, паспорту и так далее, и сделать это со стеклом, то я использую вот такой вот пластик, который под стекло, вот здесь у меня даже есть кусочек, я его покажу. Вот именно этот даже, это знаете, что большие рамы были, ну, они есть у меня 50 на 70 из Икеи, икеевские, и у них было вот внутри вот такой пластик, да, который прозрачный. Можно его, я думаю, свободно где-то приобрести. В общем, выглядит все это нормально, хорошо, и я отправляю теперь только с пластиком, но стараюсь это все-таки не делать, потому что это утяжеляет нашу посылку, и по стоимости получается намного дороже, да, проще всего и дешевле всего отправлять и для вас, и для заказчика, да, потому что мы подразумеваем, что если это картина на заказ, то заказчик платит за отправку. Понятно, что какие-то гигантские суммы тоже никто платить не хочет. Поэтому, если берете стекло, то опять же какой-то вот лист пластика покупаете, либо раму купили нужного размера, какую-нибудь недорогую, да, там, в Леонардо еще где-то, из нее вынули сам кусок, я так тоже делала, даже под круглую форму резала, когда мне нужно было круглую раму сделать, там, пастель одна кругленькая была, поэтому стекло, ну, процентов 90 не доедет. К сожалению, раньше я отправляла там больше двух лет назад с UPS отправкой через, здесь это был City Express назывался, а UPS такие коричневые вагончики, может быть, кто видел, это европейская служба доставки, она, по-моему, изначально, по-моему, она английская, ну, не имеет значения. И я отправляла ей, это было дороже, это было достаточно быстро, вот что мне нравилось. Сейчас все не быстро, и отправляют за границу только Почта России, я отправляю все Почтой России по ускоренному тарифу. Там есть самый простой, есть средний, и есть EMS отправление, которое курьерское. Я вот этим средним тарифом отправляю, минимальная сумма отправки получается там где-то 1500, 1600, самое недорогое, если меньше 500 грамм весит наша с вами посылочка. Если весит больше, там идет, по-моему, 2200 следующий ценник, там, если у вас уже 501 грамм и так далее. Следующее там еще, ну, в общем, сумма, понятно, может быть до бесконечности.
Ну что, давайте уже мы перейдем к упаковке, просто пробегусь по всем моментам, то, что делаю я, расскажу, как это у меня происходит, потому что за все это время сложилась, да, какая-то определенная схема. Раньше, когда я только начинала, сложно представить, как я отправляла. Это было просто ужасно. Очень плохо я упаковывала, не очень как бы безопасно. Бывало, что сгибают пополам. Почта России любит сгибать там все пополам. И сейчас уже этого меньше, конечно, я утрирую. Но такое бывало. Как-то в Канаду приходил портрет, и там была вот такая складочка посередине. Но я сама плохо упаковала, переделывала, отправляла заново. У меня были... Слушайте, это я начну сейчас вот эти байки про отправки уже рассказывать. Это просто... Это на целое видео, я не знаю, на часовой истории. Огромное количество самых интересных и в хорошем, и в плохом смысле. Поэтому давайте сейчас сделаем отправку. Если это вдруг, да, будет интересно, напишите. И без проблем я наговорю кучу всяких историй на эту тему. Так вот, портрет получается вот такого плана. Он мемориальный, то есть это тайный заказ, тайная комиссия, так называемая. Поэтому девушка, которая получит вот этот портрет, она не догадывается, что он к ней придет. Ну, точнее, скорее всего, она догадывается, потому что это спутник, девочка, кошка, и она прям недавно потеряла еще другого кота, и потом вот спутника тоже не стало. И лампа у меня выключается, верхняя, одна из, которая на фотоаппарате. Видео про мое оборудование, кстати, надо будет прикрепить, раз уж мы заговорили, тоже где-то здесь прикреплю. Ну, вроде бы нормально, да, все видно, просто чуть контрастнее стало. Я вечером сейчас снимаю, но сейчас практически всегда вечер, темнеет моментально. И, в общем, да, потеряла на двух кошечек прям последнее время одновременно, и вот это спутник, девочка. Про портрет, наверное, бегло, может быть, пробежимся, да, насколько это прям интересно. Ну, то есть холст на подрамнике, да, вот такого плана. Написано все акрилом, фон сделан маслом. Усы тоже маслом я добавляла поверх акрила, потому что более такая тоненькая протяженная линия получается. И смотрится поаккуратнее, чем акрилом. Всякие такие моменты уже финишные, я акрилом частенько доделываю. Соответственно, учитывая, да, что у нас тут довольно много дерева, это подрамник, причем такой основательный, это, по-моему, от художника холст, то вес будет нормальный, вес будет не маленький, потянет больше точно, чем на 500 грамм. Соответственно, уже мы понимаем с вами, что это где-то это от 2200 отправочка уже. В последнее время я начала все это засовывать в такие пакетики. Взяла их миллион просто разных размеров. С некоторыми ошиблась, потому что размеры, если вы такие бопл, по-моему, пакеты они называются, размер идет прямо вот от этого шва до другого шва, соответственно, 30 на 30 в пакет 30 на 30 не влезает. Да? Нужно брать больше. Поэтому давайте ее сейчас сюда добавим. Так она у меня тоже, ну, естественно, да, не влезет. Это из моих вот это самый подходящий размер. Почему добавляю в такой пакет? Ну, во-первых, подсмотрела, да, у других людей. У них, правда, пакеты прям вот один в один были. Я пока не могу найти так, чтобы у меня подходили ко всем размерам моих картин. И бывали истории, что-то намокало. Один раз такое было. Там уголочек немножко поплыл, размок у картины. Была такая история. Поэтому тоже, кстати, найду я, если прикреплю, как портрет попортился от влаги. Поэтому лучше убирать максимально хорошо. Пускай человек, да, там будет на минутку дольше, на две все это распаковывать. Но зато все это будет безопаснее. Так, я пытаюсь подхватить краешек. Убираю клейкую сторону. Сейчас мы еще немножечко разровняем. Вот так. Ну, стараюсь, чтобы более-менее было аккуратно. В данном случае не буду вот эти уголочки подворачивать. Это будет вот так вот здесь. Да, она будет находиться.
Ну, отсвечивает все, конечно, да, вам бликует, потому что у меня там лампа сверху, но пока что ничего не поделаем, пока это не уберем внутрь. И знаете что, хочу использовать, показывала в распаковках, бумагу тишью, такую жемчужную. До Нового года хотела приберечь, но раз уж я снимаю видео, да, вам надо, чтобы мы все на нее посмотрели. Так ли это красиво будет блестеть один лист, как вот переливаются несколько, 10 листов вместе. Я добиваю розовую бумагу, розовой у меня много, хочу перейти на что-то более такое нейтральное, а то у меня все розовое, розовое. Розовый тоже, конечно, останется, но бумажку хочу светлую. Ну, это просто я взяла такую новогоднюю, чтобы было прям красивенько. Кстати, она прям такая довольно толстая. Сторону, ну, давайте внешняя сторона у нас красивая будет сверху. Я здесь еще просто парочку коробок положила сейчас, чтобы вам про коробки рассказать. Я их так буду подвигать. Ну, и, конечно, стараюсь, чтобы все поместилось в кадр. Потому что это максимальная высота, да, насколько я могу на моей, на вот этой треноге, хотела сказать, но это не тренога, на вот этом креплении поднять фотоаппарат могу только на такую высоту. Так что хорошо, что сейчас под рукой у меня портрет относительно небольшой. Наверное, было бы интереснее, если бы я вам показала пастельный портрет, как отправлять, но, может быть, запишу. Еще такое видео, просто на руках, вот у меня акрил, и та редкая, кстати, ситуация, когда у меня один только готовый портрет на руках, обычно это, знаете, идет такими пачками, 3-4-5 штук, в данном случае вот он один, и это прям необычно. Что хочется сказать, сейчас я пока буду очень так неловко все еще обхожу, чтобы были мои руки только видны. Если вы отправляете картину за границу, вы должны сделать экспертное заключение коллегии экспертов, то есть это Министерство культуры России, что это можно отправлять, да, что вы отправляете не Айвазовского, а это ваше творение, и хоть оно, да, замечательное, оно не является культурной ценностью, но что его можно отправлять из России в другую страну. Я не знаю, как там с какими-то просто, может быть, как, ну, детскими, например, да, рисунками, либо какими-то почеркушками совсем уж. Но если это похоже на прям картину-картину, то это нужно делать, потому что на таможне все просвечивают, и вашу картину просто не выпустят. Она, ну, вам ее вернут обратно в почтовое отделение, и вам придется все равно делать, вот бумажку чуть-чуть порвала. Вам придется все равно это делать, делать вот такое разрешение. Так, нормально вот так я завернула. Я просто еще, знаете, что делаю в последнее время? Я вот делаю именно здесь шов, чтобы человек вот так вот сразу раскрыл и увидел. Раньше я делала вот этот вот стык с задней стороны, но сейчас я подумала, что это логично делать вот с передней. Но это просто вот моя такая заморочка. Сейчас я покажу еще один скотч, который вот такой вот тоненький, такая тонкая лента клеющая. Здесь она не особо нужна, но иногда бывает зафиксировать нужно, раз уж, да, мы все это с вами снимаем. На примере вот этой работы я покажу. Небольшие кусочки я от него отрезаю. Это когда мне что-то нужно очень аккуратненько прилепить, потому что она, так, уже приклеилась, двухсторонняя. Сейчас, сейчас. Вот, она двухсторонняя, это белая, это бумажка. Сейчас я буду показывать, для чего это вообще можно использовать. Скажем, вот этот уголочек я хочу сюда, чтобы ровненько было, все прям красиво, да. И я так, бывает, делаю, ну, не всегда, но иногда, если прям вот нужно, если бумага не слушается. Вот так вот я ровненько потянула. Они продаются в Леонардо, по-моему. Я как-то две штуки взяла очень давно, так как я пользуюсь понемножку, хотя я где-то и много клеила, надолго хватает. Так, теперь делаем то же самое сверху. И она, видите,
Она прозрачная, сам скотч прозрачный. Так, сейчас я его отлеплю нормально. На этой бежевой еще светящейся бумажке не видно вообще ничего. Так, придется нам с этой стороны и поддеть. Иначе никак, никак не снять. Я не могу просто еще вплотную как бы смотреть, иначе тут и моя голова появится. Так. Ну все, случилось. Вот, в общем, видите, ее действительно не видно, даже не поймаешь. И выравниваю. Сейчас давайте вот так вот будем выравнивать. Ну все, и как бы красивенько держится. Сделали. Дальше остается самое замечательное — выбор ленты. У меня много всего вот такого вот разного, да, есть. Но я сейчас хочу перейти на что-то вот такое светлое. Я еще так сильно ошиблась с вот этой лентой. Купила на Озоне, смотрю, она белая, атласная, цена такая была недорогая. В общем, видите, что это? Она лента, которая для букетов цветов делает. На видео сейчас, кстати, выглядит нормально, но в жизни это не так. То есть она вот такая как бы скрипучая пластиковая лента, которая для цветов, вот снизу, когда букеты оборачивают, она не атласная, она вот, ну, тактильно вообще неприятная и не подходит. Вот такая вот, это новая, которая репсовая. Репсовые очень мне нравятся, они такие матовые, выглядят прям так хорошо. Некоторые прям видно, что выглядят более дешевыми, вот такие, да, ленты. Опять же, да, вот на видео немножко по-другому, плюс добавляется тактильность, когда мы трогаем и прям вот чувствуем само качество. А вот эти бумажные ленты, я забыла слово, как это называется, вылетело из головы. Я пришлю вам тоже на упаковке. На сайте упакуйка.ру. Так смешно у них звучит это, да? Но вот на нем я заказываю коробки и вот такую вот штучку всякую просто обожаю. Все эти мелочи. Прям вот очень все вот это вот все так люблю. Все, что для упаковки. И осталось у меня, видите, много всего разного. Хочу вот от этого цветного всего избавиться и перейти на что-то либо белое. Либо, так, ножницы у меня укатываются, у меня просто стол под наклоном. Вниз небольшой наклон идет, поэтому все, что такое гладенькое, типа ножниц. Ножницы специально я такие красивые взяла. На Озоне покупала, чтобы в кадре были у меня красивые золотые ножницы. В этом плане я вообще псих, конечно. Ну а что поделать, развлекается каждый как может. Смотрите, это прямо она подходит под вот эту. Ну, тогда оно сольется, да. Кто-то скажет, да это вообще не важно. Ну, это же такие мелочи все, это приятные. Так как эта девочка, да, на портрете, крайне логично будет, если мы с вами возьмем розовую, ну, розово-сиреневую ленту. Кстати, вот это серебро. Так, персиковое тоже ничего. Вот это серебро мне тоже очень нравится. Его куда-нибудь на новогодние, когда заказы пойдут, хотя посмотрим. Еще дело в том, что если кому-то, да, может быть, пригодится эта информация, если рождественские заказы берете, Рождество, соответственно, да, там, когда у них на Западе с 24 на 25, в общем, до 25 числа, чтобы все это пришло, отправить надо в ноябре точно, или лучше даже раньше, потому что для них, если мы берем, да, Запад, американцев, очень важный праздник для нас, Новый год, для них Рождество, поэтому у них прям загружается почта полностью, все заказывают подарки, и если вы отправляете куда-то за океан, то нужно прямо уже сейчас это делать. Сейчас, в смысле, сейчас что у нас? Октябрь. Вот в октябре самое время. И, соответственно, я не буду брать, наверное, рождественские заказы до после, точнее, октября. Потому что, ну, я просто не успею, скорее всего, и это будет плохо. Только если сертификаты продавать. Так, ладно, получается у нас... сейчас я отмотаю кусочек, где лицевая сторона... Здесь я начинаю. То, что мы, видите, с вами скотчем закрепили, это будет достаточно удобно.
И чтобы был экономичный расход ленты, поправляю, заранее продумывая, сколько у меня вот этот хвостик, да, там должен быть с бантом, чтобы еще бантик завязать. Так. Можно было бы, кстати, и потолще, да, ну давайте вот, блестит все-таки, да, вот эта бумага блестит. Это будет самая медленная моя, да, упаковка. Хотя я и так это делаю не быстро, я вам скажу. Довольно медленно я упаковываю. Кажется, ну, как бы положил в коробку и все, да, вообще нет. Даже если не брать в расчет мои заморочки со всеми лентами, и чтобы все было красиво и прочее, даже если об этом не думать, все равно действий очень много. И кажется, что да, это будет 10 минут. А сейчас это и видео окажется как целый фильм, как будто вы посмотрели. А это просто одна упаковка. Ну вот, много я чего-то отрезала случайно. Ну ладно. Завязываем бант. Раньше я добавляла вам... Так, если у меня осталось, я покажу. Кому-то, может быть, для отправок пригодятся. Такие штучки красивые с дырочками. Бирки называются. Теряются нужные слова. В общем, бирочки вот сюда можно одевать. И многие, я знаю, художницы, художники тоже. Я слежу в основном за анималистами, но понятно, что все разные люди тоже их добавляют. И они где-то у меня, где-то были здесь как раз. Так. Открыточки, которые, ну, вот русские, по-русски я не использую сейчас. Точно уже не использую. И вот такие бирки я имею в виду. На них тоже можно очень здорово что-то написать и использовать. Раньше вот так добавляла, сейчас не делаю, просто все кладу в конверт. В плане эстетики мне это больше нравится. Когда я заказываю на вот этом сайте на упакуйка.ру, то они еще дают конвертик. Последний раз там они потом извинялись, что кто-то плохо вот это упаковывал, когда мне коробки прислали коричневые вместо белых. Но все остальные разы они конвертик с подарками вам отправляют, ну, небольшими, там всякие такие штучки милые могут быть, которые вот некоторые я не могу использовать. С Новым годом по-русски не вешаю, тоже вот такие штуки. Так, про бирки я вам рассказала. Также вот такие наклейки я раньше использовала, сейчас я буду от них уходить. Где-то я их буду додоклеивать, чтобы они ушли окончательно, и я буду все переходить на конверты, в конверты все буду складывать. И сейчас вам отвлекаемся, конечно, немножко, но что поделать. Переходить хочу на вот такие сердечки, которые буду клеить на конверт, потому что у меня, знаете, показалось, вот что очень так аляписто все выглядит, мне хочется больше какой-то такой так спокойной эстетики перейти в плане отправления. Чтобы вот все такое цветастое, розовое, не розовое, но в основном, конечно, розовое, чтобы было, ну, более сдержанное. Так, ладно, отрезаем красивые уголочки с вами у ленты. Лента, видите, я как-то перестаралась, очень много здесь отрезала. Ну да ладно, что тут поделать. Какие-то совсем маленькие, ну не маленькие, нормальные кусочки ленточек, не такие, понятно, больше я тоже сохраняю иногда, использую для маленьких посылочек. По наклейкам давайте что-нибудь наклеим, потому что мне их нужно использовать и потом уже их не подключать. Что-нибудь розовое, да, наверное, посмотрим. Так, тут какие-то остатки. Ну, хедмейд тоже подойдет, но это такое, знаете, остается уже последнее. Ну вот, давайте наклеим с любовью, почему бы и нет. Пускай будет здесь. Хорошо. В общем, наклейки тоже классные. Все это вещи разные. Они есть там новогодние, не новогодние. С цветочками, сердечками. Классные вещи. Все это я так очень люблю. Ладно, откладываем мы вот эту красоту. Вот сюда. Немножечко по наполнению конверта вам расскажу. Потом перейдем к коробкам. Хорошо? Сделаем вот так, наверное. Тут сразу я мои... ленты сюда уберем.
У меня есть в комоде специальный ящик, там все эти штучки лежат. Так, а что касается, да, конверта. Ну, конверты я всегда добавляю. Сейчас я буду использовать крафтовые, буду переходить по цветам, да. Хочу белые, бежевые вот эти бумаги тишью вроде бы. Белые вот эти ленты, ну, понятное дело, да, использую все, что есть. И там, о, забыла кое-что вам сказать. Ну ладно, сейчас покажу. Конверты, да, вот у меня будут крафтовые. Буду на них переходить. Беленькие тоже были. Конвертики разные, да, бывают. Где-то, нет, уже белые я, значит, доиспользовала. Такой маленький черный, какой откуда-то красивый. Когда мне тоже что-то с конвертами приходит, я их тоже сохраняю, если они чистые, и все использую. Открытки. Открытки с вашими логотипами, с принтами, с рисунками. Я использую вот сейчас новогодние, понятное дело, да, пойдут вот такие коты. В плане печати сейчас не очень хорошо мне распечатали в типографии, не очень сделали качество, но доиспользую эти 60 штук, потом закажу в другом месте, где я раньше заказывала. Новогодняя рана, поэтому я кладу с Раймондом, нарисованным моим котом, одним из двух. То, смотрите, пятно какое-то внезапно, да. Качество довольно мыльное такое, не очень качество. Раньше я печатала в другой типографии, было намного лучше печать. Но сейчас вот я его, наверное, да, возьму, напишу там текстик приятный. И я сделала еще два вида, тоже с моими картинами, это тоже были. Ну, Раймонд, понятно, не на заказ, просто я его нарисовала, он как такой вот флагманский рисунок, можно сказать. Этот кот, нарисованный акрилом, сфотографировала, соответственно, да, отредактировала в программе, отправила фотографию, там, ну вот, свой логотипчик себе сделала, рамочку. Рамочку в одной типографии вот эту отказались печатать, я потом на них забила, напечатала в другой, вот они сделали качество хуже, чем было там. Тоже картина с София Мейн-кун, вот эта вот картиночка. Вот эту лучше, она лучше напечаталась, потому что, ну, вот, видимо, качество такое самой фотографии. Она более, здесь приглушенные цвета спокойные, получилось немножечко замылено, цвета, ну, не те. Здесь все выглядит более гармонично, и вот эта София, она выглядит лучше. Сам рисунок просто еще тоже, конечно, один из самых, наверное, удачных у меня. Понятно, что да, какие-то работы я люблю больше, какие-то меньше, в плане, как они получились по, ну, такой, с профессиональной точки зрения. Тут много факторов, конечно, бывает. И вот такой вот еще портретик маленькой кошечки Ориентала. Она совсем малышка тогда была. И это заказчица из Канады. Она заказывала много. Вот у нее, кстати, тогда разбилась вот эта вот картина. Потом мне вернулась. Тогда это был Мейн-кун. У них столько Лесли и Род, муж ее. У них кошек очень много. И, может быть, 5, 6, 7. Ну, несколько точно я делала для них портреты. Вот этот, мне кажется, она такая лаконичная. Неплохо смотрится, и да, в общем, ее тоже буду отправлять, пока вот будет Раймонд. Напишу сейчас какой-нибудь текст, ну, какое-нибудь пожелание на английском приятное. Написала я, в общем, две открытки, одну от себя на фотографии, на рисунке Раймонда. Подсыхает уже, почти, ну, почти что подсохло. Я подписываю гелевой ручкой вот такой, которую, знаете, раньше разрисовывали, но она блестящая, красиво выглядит и розовая, ну вот поэтому, да, потом долго тоже почему-то она служит, потом перейду на что-то другое, но у меня осталась еще такая оранжевая, так что
Еще все впереди. И на обычной бумаге написала общую открытку. Я спрашиваю, да, там нужно ли добавить лист доноров, да, которые пожертвовали денежку на портрет. Часто, да, это и собираются люди. Каждый присылает денежку, собирают группу в Инстаграм и вот делают подарок, в том числе портрет хозяйки кота или хозяину, который на радужный мост уже ушел. В общем, когда котики умирают, собирают, да, вот подарки на портреты, там вот урны вот эти мемориальные, ну, где прах хранить, там отпечатки лапок, ну, вот чего только нету, правда, это огромная такая индустрия, хочется сказать, ну, не индустрия, но это довольно популярно, развито в Штатах, у нас, конечно, прям такой истории нету. CUI Community, да, это Cats of Instagram Community, соответственно. Поэтому это я просто положу сверху, уже когда мы все упакуем, ее пока откладываем, соответственно, которую с Раймондом я убираю вот сюда. Главное все это не размазать красоту, которую я там написала, потому что и такое бывало не раз. Главное аккуратно все это туда засунуть. Далее, что я сейчас добавляю, это бумагу, но это в данном случае не так обязательно, да, уже потому что у Николь, кому придет подарок, там она все это знает, уже на стену предыдущую картину повесила. И здесь рекомендации, как нам, особенно это важно для пастели, да, как пастель хранить, там, ну, написано, что там в рамочку, там можно убирать, что на солнце не держать, то же самое про цветные карандаши и про акриловые картины. С ними, понятно, проще всего, но, конечно, лучше под палящим солнцем их не держать. На формате таком же, как и открытки, вот я напечатала. Буквально недавно, вот сколько лет, да, я это делаю, только недавно ко мне это пришло, и еще в планах там еще кое-что добавить, там сертификат с названием картины. Так, это мы с вами добавили. Осталось, получается, визитку. Визитки тоже плохого качества мне напечатали, я недовольна. Ну, тоже прям сильно недовольна, но недовольна. Можно было бы сделать лучше, понятно, тут такой шрифт, но это скорее просто, да, чтобы было. Но вот сейчас для новых клиентов это точно пригодится. Ну, я всем вот добавляю. Дальше те самые сердечки, про которые я говорила. Я, кстати, знаете, брала, когда думала, что это и наклейка будет в форме сердечка, но это не так. Это не так, потому что все равно здесь кружочек. Вот такой. Вот такой вот кружок. Но все равно выглядит красиво. Наклеиваю я вот таким образом. Так, давайте я положу, а то сделаю сейчас все это неровно, как и с другими вещами. Ну вот, в общем, ну красота же, да? Мне нравится. Вот это, так оно останется. Ленты мы уже обсудили, это я поменяю. Вот этих штучек тоже не будет. Ну, да, то есть вот такая история. Можно убрать, наверное, вот это мы сейчас подвинем. Здесь что у меня еще хранится, да, в этих коробках? Вот такие вот наклеечки, которые пригодятся нам в конце, потому что я их наклеиваю на уже, ну, когда все, пленкой замотала всю коробку. В данном случае они у меня вот такие черные, нашла, которые прям классные, очень мне нравятся, прямоугольные больше, и там написано, здесь просто картинка, да, что осторожно, хрупкая, а мне же нужно текст, чтобы он был не на русском написан, ну, в крайнем случае, по-русски, по-английски дублировалось, поэтому нашла красные одни, но пока не заказала, может быть, вот эти добью и потом... Да закажу, поэтому здесь у меня рулоны, считайте, хранятся, вот все, что связано с добавлением в конверты. И с этим пока что все, это я прям отодвигаю. Убираю вот у нашу упакованную уже картину, чтобы не мешало. Сейчас с вами поговорим немного про коробочки, также так, вот эту надпись, потом мы положим. Про разные коробки, которые могут быть, я беру те, ну, которые сам складываешь, и, соответственно, получается форма коробки, да, то есть вот такой вот, сейчас попробую, чтобы нормально все это в кадр попадало, потому что я выше не могу поднять камеру.
Вот такая вот коробка, из нее формируется коробка нормального плана. Раньше практически все у меня были вот такие. Я попробую их сбоку вам показать. Они довольно, они тоненькие. Тоненькая вот такая коробка. Белая со всех сторон. Такие же есть на сайте, да, и крафтовые, понятно. Но вот мне нравятся белые. Я отправляю в белых. Которые сейчас пришли, я взяла, решила попробовать из толстого картона, но мне не нравится, что они, видите, какие толстые. И они прям как-то выглядят, ну, не очень прям, на мой вкус. Так, давайте я, наверное, чтобы не шуршать, я соберу коробку. Это, я думаю, в принципе, все понятно, как собирать. Потому что я боюсь, что у меня все будет сильно шуметь. Поэтому соберу, ну вот пока я только начинаю, шуршу не сильно. Хочу взять коробки, которые идут как крышка-дно, они называются, ну не с такого прям картона-картона, а картон называется, забыла опять я, не переплетенный, переплетенный это какой-то другой, а который, знаете, такой толстенький, в нем такие красивые, вот как подарочные коробки, толстые, вот из такого картона, узнавала даже цену, но прям очень небюджетно. Очень дорого. Многие художники, они делают, да, в таких коробочках. Но там и другой, совсем другой ценник на заказы. Потому что, как бы по меркам, если Запада мы берем, то у меня цена очень приемлемая. Есть цены выше в там, 2-3-4 раза, и это совершенно нормально. Люди тоже заказывают. Ну, художники из других стран, да, там, если мы берем там. Ну, в основном, кстати, это Европа, да, в основном Англия, Великобритания, как ни странно. Испанских много художников, анималистов. Франция и, хотел сказать, Канада. Нет, Канады, по-моему, я особо так сильно не знаю много. В общем, пока болтала я, коробку я сложила, считайте, вот. Получается наша коробка. То, что сверху остается, это, ну вот, я ее сейчас попробую аккуратно закрыть. Пошумит, ну вот. И дальше мы ее, соответственно, вот сюда засовываем. Вот, сейчас она вот так пошумит. Я вот эту ни разу не брала коробку. Первый раз ее собираю, вижу вместе с вами. Она, видите, высокая еще, бортик такой высокий. Сколько это? 8 сантиметров, наверное, вот этот борт еще. Взяла, потому что сейчас у меня безумная схема с утеплителем, с поролоном, который я добавляю вовнутрь. Это вообще у меня последнее мое, я не знаю, как это назвать, да, ну вот, эксперимент. Можно сказать так. Поэтому я решила взять толстенькую. Ну и, конечно же, я беру коробку, которая по размеру, да, будет подходить для картины, чтобы было там запасиком. Потому что если один в один, бывает, ну вот прям очень где-то туго. Ну и выглядит не всегда симпатично. Давайте будем делать теперь наполнение коробки. Пока что портрет мы с вами откладываем. Ну, вот так, да, видно более-менее все, ну, видно практически. Вот, сюда мы не можем просто взять и положить, это будет нехорошо, это не будет держаться, это будет шататься. Я еще из тех людей, кто вот эти уголки, да, заклеивает, добавляет мягкости на уголки только когда большая прям картина, чтобы наверняка, когда маленькие, кладу в коробку и сейчас вам покажу, и вот буду мягкими вещами добавлять вокруг, заполнять. Чтобы показать степень моих заморочек по поводу упаковки, сейчас покажу вам все способы, которые я прошла. И так, не донесла сейчас, или показывать, не показывать. Первый — это, конечно, пупырчатая, воздушно-пупырчатая пленка. Да, то есть это такая классика, она прекрасна для всех этих целей. Несколько слоев делаете, выкладываете дно, и наверх тоже можно накрыть.
Купила я два больших рулона, и потом все. И потом меня понесло в какие-то другие способы упаковки, про которые сейчас поговорим. Но я ее, конечно, оставила, потому что если большие работы, я их упаковываю по-другому. Если мы говорим про формат 50x70, там ну, просто несколько слоев и ее, и картона, и уголки, и скотчем очень сильно много обмотать. Когда вариант более маленький, то получается, можно сделать что-то более такое, более в сторону симпатичного, чем надежного. Недавно у меня в голове родилась идея, это вот такой вот, ну, синтепоновый наполнитель, из которого, знаете, всякие одеялка шьют, вот, и его я взяла, заказала много, узнала даже, что он становится ровным и поднимается, и более мягким, если его отпаривать. У меня есть отпариватель, я его отпариваю, ну, отрезаю кусок сначала, потом уже его выравниваю, он становится вот такой вот прям толстенький. И я как делала последние несколько раз. Кстати, он может делиться на вот такие пласты, вот, например, соединенный кусочек. Я даже вырезала здесь такую дырочку, и сюда я клала, соответственно, вот таким образом портрет. Давайте сразу, кстати, конверт вот так вот уберем мой сюда. И этот, да, может вот так выглядеть, но сверху все равно нужно что-то добавлять, да. Что может быть наверху? И вот это хороший вопрос, чтобы это все сочеталось вместе. Потому что вот такой старый вариант, как я делала раньше, это пупырка. То есть вот здесь, да, квадратиком, например, выложили пупырчатую пленку. Потом я беру бумажный наполнитель вот такого плана. И его вот сюда вот так заполняю. Ну, это все так делают, да. Я докупила себе еще на всякий случай белого вот недавно. Потому что вот с вот этим поролоном меня тоже кое-что смущало. Также, я думаю, нет, нужен еще какой-то наполнитель. Взяла я вот такого плана. Он, знаете, как-то полимерный, что ли, называется. Похож на дождик. Его вот так заполняешь и кладешь сверху, снизу картину. Ну, точнее, его снизу, посерединке картину. Сверху еще его один слой. То есть идет, соответственно, да, там, ну вот так вот, да, приблизительно. Но... Видите, какой он тоненький, и ощущение, как будто, ну, как сопли какие-то, в общем, жиденько как-то, вот он так выглядит, хотя вот в новогоднюю, опять же, тематику рождественскую, наверное, вот я его использую, взяла пару пачек, белый взяла, и взяла вот такой вот он серебряный с золотым. И их, может быть, буду вместе использовать. Недорого стоил, я на Озоне брала. Наверное, да, на всю эту ерунду я тоже оставлю ссылочки, кому-то пригодится, будет полезно. Приятный, он очень приятный тактильно, но такой немножечко как-то вот объема не дает. Из-за того, что он тяжелее, он немножечко просаживается и такой получается немного сопливый, если так можно про него сказать. Здесь же я делала по-разному, да, то есть на вот этот поролон я кладу картину, любую, да, то есть это пастель может быть, это может быть акрил, и сверху идет, ну, вот так, такой бумажный наполнитель, но это еще не все. Я взяла наполнитель, который цвет, правда, там ужасный, но покажу вам тоже, это мы пока красоту уберем, но приятненько тоже. И в чем смысл, да, вы спросите вы, потому что с одной стороны нужно, чтобы это добавляло объема, держало форму, чтобы это не тряслось в коробке, да, и чтобы это не было тяжело, потому что и так у нас уже есть ценник, да, на международное отправление, если мы говорим, ну, либо любое далекое, потому что там точно что-то может произойти и что-то произойдет. Нужно обезопасить себя максимально. В общем, это называется синтепух, по-моему, вот эти шарики. То есть это именно шарики вот этого синтепона. И когда вот у меня возникли сомнения по поводу вот куска вот этого поролона, я думаю, так, что же тогда добавлять наверх? Потом я нашла вот этот синтепух. Он, кстати, на ощупь вообще просто какой-то... Релаксация. Кто хочет порелаксировать, вот это вот трогать, это просто вообще очень приятно. Но цвет,
Отдельно выглядит-то ничего. В массе, посмотрите, он бирюзовый. То есть он не просто на камере, да, отливает бирюзовым. Он и есть вот такой бирюзовый, серо-бирюзовый. Если сравнить, видите, какая разница. Белый, можно сказать, даже, ну, не в теплый немножко, ну, белый оттенок вот этого синтепона. Вот это вот, оно смотрится синим, таким отливает. Понятно, да, если там раскидать вот наверх, это не будет так видно. Но в массе, конечно, такое. Меня это так подрастроило. И потом возникла мысль, что если я беру вот этот вот... Я, кстати, это еще не делала, я вот прямо сейчас с вами попробую. Потому что все эти заморочки, они как-то недавно у меня появились. И вот пока, знаете, не приду к чему-то, чтобы прям устраивало, ничего не могу с этим поделать. У кого вот такая же штука бывает? Прям вот меня это все, знаете, как маниакальное такое явление. И вот думаю об этом, думаю, и думаю, как прийти, вот чтобы прям вот уже то, что прям вот нравится. И понятно, и безопасно, и красиво должно быть. Сделать это. И ну, это тоже странно, да, сейчас. Ну, я так просто, навскидку думаю. Думаю, потому что я вот это брала, чтобы добавлять наверх на ту штуку. И он очень объемный и стоит прям недорого. Вот эта штука стоит недорого, наполнитель. Но кто, может быть, шьет что-то, знает, да, знает все про вот это, про наполнители. Но приятно трогать все это, облачка прям такие. Так, берем нашу посылку. То есть вот оно, да, как бы в этих, в облачках оно лежит. Слушайте, ну нормально, кстати, вполне себе. Вполне нормально. Вот так, да. И что тогда сверху? Потому что нам слой бы сверху тоже добавить. Я повторюсь, раньше это был воздушно-пупырчатое, но потом как-то визуально она меня начала смущать. Я думаю, может быть, что-то другое попробовать. И вот видите, чего только я не придумала, всяких странных вещей. Да? Думала еще про древесный наполнитель, который бывает, но это будет все в пыли, и потом это приходит людям, как правило, у которых есть животные. Даже если это мемориальный портрет, да, там зачастую несколько там кошек, собак у людей. И все это будет разноситься, и это будет прям такая не очень хорошая тема. Небезопасно, мне кажется, все это с деревом отправлять, если... Тут тоже, конечно, могут быть спорные моменты по поводу поролона, но синтепона, точнее, так. Ну что, получается вот типа такое облако, да, у нас с вами вышло. Это я повторюсь, я пока еще думаю. И идет у нас открытка с вами наверху вот этого. Да, это противовес тому, что это может быть и наполнитель бумажный. Бумажный, который идет поверх либо, да, вот этой штуки синтепона, куска квадратного. Что касается участка вот этих боковых, это нужно будет делать прям плотнее. Но знаете, все равно меня немножечко вот это... Тут нормально уже получается, вот бока, да, еще подложить, чтобы картина не шаталась, уголками не ударялась и не было каких-то повреждений. Я думаю, мы поступим в этом случае как? Я, наверное, возьму половину куска синтепона, квадратика, который сплошной, я вам показывала. Потому что высота большая выходит. По высоте она может быть разная. Я брала, по-моему, это называется 30 миллиметров. Но когда его отпаривателем отпариваешь, он распухает. И выходит вот такой толстый пласт. Давайте сейчас еще пока что я положу вот так, прикину, если вот идет у нас, да, вот таким образом. Ну, так тоже миленько все это смотрится, но просто нужно нам что-то наверху. А наверху, вот это, во-первых, высоко выходит, потому что у нас холст на подрамнике.
Я думаю, все-таки половинку его использовать. Половиночку. И, ну, коробки у меня все равно такие есть, и будут вот эти отправки, поэтому это все тоже уйдет, конечно. Ну, давайте мы его разделим пополам, попробуем. Вот так. То, что я, по сути, уже как-то делала. Ну, плюс-минус ровно, насколько эти слои ровно там разделятся. По стоимости прям большой-большой рулон, метра 2 на 3, что ли. Рублей 600, по-моему, стоил. И там тоже нужно смотреть, читать. Разные по цвету бывают. Вот эти вот синтишар называется. Вот эта штука, да, потому что шарами как бы оно идет. Это синтишар. А есть еще синтипух, который более такой жиденький. А это получается у нас, да, синтепон. Так, уже что-то тут криво пошло. Ну ладно, мы это, может быть, все, я вот так уже непонятно, в какую сторону разделять. Хочется хотя бы более-менее ровно. Но будь не ровно, мы вот это вниз, вот эту штуку положим. Прям такой пласт. Так, лишнее убираю. Ну да, какой-то, да, вот этот кусочек. Давайте вон ту плотную я возьму. Там вторая как-то у меня была потолще. Так, ну и как раз вот здесь она такая пушистенькая. Пойдет. Даже, может быть, вот так лучше по размеру. Кстати, еще момент, который я покажу, который я уже делала для безопасности. Ну, давайте вот так сделаем в этот раз. У меня было недавно отправление, 5-6 посылок сразу, прям весь день я все это... Вы видите еще, да, вот мои заморочки. Там, конечно, я ничего не рассказывала, поэтому получалось быстрее. Но все равно 5-6 посылок вот в день я упаковывала. Ну, понятно, еще какие-то дела делала. И сделала все по-разному немножко. Разным людям все-таки идет, потестила. В Непал отправляла тоже с этой пушистой штукой. ЕМС, причем только в Непал, отправляется. Там безумно какая-то сумма получилась. Собака там, портрет собаки. Так, ну это мы, да, для вида, типа, что у нас все заполнено этой штукой, кидаем. Потом кладем. Это сегодня, можно сказать, вот в этом моменте экспериментальная упаковка. Так, угу. Здесь я, наверное, вот в стороны все-таки вот этот синтишар, который я вспомнила, его раскидаю. А по бокам, как можно поступать, чтобы оно не каталось из стороны в сторону. Эти, например, вот у нас по боковиночкам пойдут, ну, сверху накидаем. Берем. Это то же самое делается с воздушно-пупырчатой пленкой. Вот у нас как раз ширина такая же, то, что надо. Дальше мы берем ножницы, пополам разрезаем. Здесь просто она тоненькая, половинки как раз будет достаточно. Разрезаю пополам. Скатываем. Сейчас я это немножко отодвину, чтобы у меня было место. Скатываем такую трубочку. Ну, такой валик. Валик, ролик, да. Добавляем с одной стороны. Пережимаем чуть-чуть картиной. И то же самое сделаем с другой. Ну, вообще так по-новогоднему как-то выглядит. Как будто снежок, да. Напишите потом, что вы думаете про все эти моменты странные.
чего да только сегодня вам не показала. Там все равно, конечно, уголки в какой-то степени, да, они прижмутся. Но лишняя подстраховка никогда еще не мешала. Здесь идет заполнение. Сделаем все-таки. Давайте все-таки. Это будет у нас отправление с нашими снежными шариками. И, в принципе, меня это устраивает. Вот эта штука. Мне она нравится. Но мне не нравится, что идет цвет такой бирюзовый. До этого я заказала одну посылку, потом мне ее не отправили. Продавец не отправил. И пришлось заказать другую. И это, видите, она отсвечивает. Понятно, что когда люди набивают вот этим игрушки, что-то еще, это не имеет никакого особого значения. Там даже есть подушки. Да, не знаю, что, вот куда их добавляют точно. И там не важно, белый он или не белый, здесь он немножечко вот в эту бирюзу грязную уходит, особенно, да, если смотреть на большой мешок, хотелось бы прям цвет, чтобы был белый, либо хотя бы, чтобы он совпадал с вот этим белым синтепоном. Посмотрим, потом я спрошу Николька, что она думает про всю эту историю. До этого-то ей по-другому приходило, с бумажным наполнителем. Или бумажный все-таки более, знаете, так красиво смотрится. Ну, не могу понять на данный момент. Но в плане безопасности, да, что главное? Чтобы, если мы в коробку это все кладем, снизу подложка, посередине картина, бока, чтобы вы понимали, что они не будут прям сильно мотаться по коробке туда-сюда, да, то есть минимальное количество движения, чтобы было у картины, и все, и сверху тоже можно еще одним слоем покрыть. Если, ну, в коробке они еще как бы нормально лежат, если более какая-то хлипкая упаковка, то оборачивайте очень большим слоем воздушно-пузырьковой пленки, да, она правильно так называется. Но здесь тоже нормальный слой. Ну, в последнее время у меня все довольно хорошо доставляется. Не было давно, что какие-то повреждения приходят. Такое бывало прям с большими-большими картинами, либо когда я, правда, вот давно еще сама плохо все это делала, не очень качественно упаковывала. Так, здесь закроем чуть-чуть предварительно. Так, нормально все, вроде целенько там находится. Это наша будет записочка вот здесь. Сейчас уберу пакет с наполнителем. Часто я делаю большую распечатку, там имена всех людей, которые, если это мемориальный портрет, которые денежку отправили на него. В данном случае она мне сказала, что еще только получает список всех людей, которые скинулись, и поэтому мы написали просто вот такую записку. Далее, коробку я закрываю. Коробочку я закрыла. Ну, чувствуется, что все-таки это плотный действительно картон, она более такая устойчивая, не хлипкая сама по себе, просто визуально как-то, ну, не очень. Вот это вот, да, ребристость не сильно украшает. Я заклеиваю обычно вот эти части, делаю это с помощью скотча, обычного прозрачного. Ну и если он заканчивается, то малярного тогда. И это, ну, для большей сохранности коробки. У меня бывало как-то, что пришел возврат относительно недавно, потому что, ну, женщина сама не стала получать, как ни странно, да. Ей нужно было в первую очередь, чтобы я нарисовала ей картину и сделала принт.
И принт она сразу получила за картиной. Она, кстати, так и не сходила. Не помню, из какой она страны была. И, по-моему, даже она мне не заплатила вторую половину за портрет. Было такое, да. И у меня такое было пару раз. Один раз прям случайно. Здесь она, ну, не знаю, что там пошло не так. Но она мне потом уже там не отвечала. Получается, она просто заплатила, ну, считайте, за принт. А картина вернулась мне обратно. Но тут дело не в этом. В том, что я смогла посмотреть, в каком виде оно приходит, помотавшись дважды через, да, там, страны, океаны и так далее. Коробки в более-менее нормальном виде приходят. А, было же у меня еще, вот прям недавно отправление, да, вы помните, большая картина с вот этими четырьмя кошками. Сейчас, секунду, чуть пошумлю, в Австралию. Через девушку в Италии отправляли, очень все было непросто, но довольно быстро дошло. И она, это еще было, сколько там, 40 на 80, да, по-моему. Большая, в общем, картина. И нормально коробка выглядит вполне себе достойно, даже после Италии. Нормально абсолютно. Но я, конечно, там просто как безумная, столько слоев. Это сейчас мы с вами делаем как бы более-менее, да, такой красивый лайтовый вариант. Там я просто как псих, столько слоев этой пленки. Она переживала, прислала фотографию и говорит, там, вот такую пленку. Я говорю, ну да, конечно, я как бы понимаю. Я там столько, там, я не знаю, рулона два больших на все это ушло. И да, все нормально, все в безопасности. Сейчас уберу все эти наполнители, чтобы не мешали. Все, это, видите, у меня нормально она прочно держится. Дальше, следующий этап. Следующий этап — это пленка, которой я оборачиваю коробки. За ней как раз вот сейчас я полезла. Сейчас у меня их две. Первая — это белая, наверное, на которой я остановлюсь. Были синие, красные, желтые, зеленые. Вот эту я брала там а-ля как золотую, но она, видите, скорее желто-зеленая какая-то, лимонная. Давайте мы ее сегодня возьмем, потому что у меня их две. И да, я их буду тоже доматывать. Потом уже, наверное, перейду только на белый. Белая прям такая классненькая, плотная сама по себе. Но это тоже ничего. Это чтобы коробку не повредили. Тоже, наверное, да, кому-то, может быть, будет интересно. Я оставлю на них ссылочку. Пленки мне у них нравятся. Там разные цвета есть, кто любит и веселенькие расцветки. Они идут для обматывания. Их люди берут-то в основном не для посылок, как я беру, а для того, чтобы обматывать чемоданы перед путешествием. Сначала, когда я обматываю, делаю уголочек, я, наверное, его вам покажу, а потом уже там сама домотаю, чтобы... Не знаю просто, насколько это будет шуметь или не шуметь. Здесь я скрепляю. Мотаю я обычно в одну сторону. То есть вот так в одну сторону. Потом коробку переворачиваю. И навстречу ей еще разочек. Чтобы она с двух сторон получалась такая. Я уж по привычке сделала меньше. Потому что у меня обычно меньше вот эта высота. У коробки тут, видите, у меня что-то прям, я решила вот эти толстые попробовать, подумала, вдруг оно будет лучше. Так, это я закрепила, доматываю тогда одну сторону. Все, намотала я и с другой стороны. Здесь заклеиваю боковую вот эту часть. Так, кстати, может быть, свет у меня зарядился. Вот, чуть менее светло сделаю, просто будет бликовать. Так, и все, я вот так
ручками приглаживаю, залепляю по бокам. Здесь у меня что-то не очень красиво вышло сбоку. Дальше беру скотч, который опять обычный, вот такой. Клейку ленту и бока. Их покрываю скотчем. Ну, обматываю еще разочек, в общем, по контуру. По боку. Все, скотч я по бокам наклеила, по всем четырем сторонам, то есть вокруг, да. И не готова, у меня еще экспертиза, мне ее не прислали. Это лист 3-6, точнее, листов. Я их печатаю на трех страницах, кладу в файлик А4, его наклеиваю вот сюда. И с одной стороны, это мы сейчас с вами сделаем, сверху и снизу клею вот такие пометочки, что это осторожно, да, что это бьющиеся. Ну, понятно, оно не бьющиеся, но все равно должно быть осторожно. Так, это будет в уголке, потому что сверху пойдет здесь А4 файл. Здесь уже на почте, там я обычно распечатываю сама, то есть я заполняю все онлайн, прихожу, просто они делают, сканируют код, либо сами еще разочек распечатывают, либо берут мою распечатку, она формата А5, вот здесь будет, и поэтому в уголочке вот сюда как раз хорошо будет наша осторожная наклейка, и можно то же самое сделать сзади. Не знаю, вот с ней, либо без нее, безопаснее, небезопаснее, но лучше наклеить, правда ведь? Все, да, надо мне вот те красные посмотреть. Я, может быть, и на них, да, вам тоже ссылку оставлю. Классные такие они, прямоугольные, прям красиво будет. Я же потом перейду, когда закончится вот эта лимонная, на желтую, ой, на белую. Белая, и вот эти красные надписи, предупреждающие, все будет очень красиво смотреться. Будет немножко меньше веселья в визуале, но будет лаконичнее. Так, ну все, получается, мы с вами все сделали. Дальше вы оформляете онлайн, да, можно заполнить все бланки, посмотреть список стран, которые не отправляют сейчас Почта России, он есть у них на сайте. Потому что во многие, которые раньше были популярны, вот у меня в том числе не отправляют, такие как Австралия, Финляндия, да, Польша. Ну, для меня Австралия прям вот беда, потому что, ну, такая неплохая часть клиентов из Австралии. У австралийцев, кстати, на одного человека, если считать, то самое большое количество кошек. Они очень любят кошек. И да, было много заказов, сейчас прям, ну, сложнее все это. Ну, практически невозможно, возможно, но сложнее все это делается. Поэтому мы с вами по упаковке все обсудили, по возможности все ссылочки я прикреплю. И если есть какие-то вопросы, то тоже спрашивайте, я буду отвечать. Надеюсь, что вот это долгое видео упаковки было полезно, интересно. Пожалуйста, его оцените, напишите комментарий, что думаете. Ну, увидимся с вами уже в следующем видео. Пока-пока.